Найман – золотая маска, найдена в Восточной Азии. Согласно исследованию, его находится в Восточной Азии. Узнать о культуре Наймана. Найман запустила серию статей о Наймане, чтобы познакомить вас с историей Наймана, оценить культуру Наймана, оценить пейзаж Наймана и понять. Золотая маска, кочевник и усыпальница, лицо, покрытое золотой маской, а на ногах были золотые и серебряные сапоги. В настоящее время драгоценные памятники культуры, найденные в могиле, частично собраны в музее Найманского дворца, покрыт за пределами прикрепленной сетки лошадиных головок. Глаза округлые, а губы скручены. Лицо похоже на мужество человека с длиной лица 21,7 и шириной 18,8 метра. Уши сделаны из лица, а часть связана с трех золотыми заклепками, а головная сетка весит 293,5 грамма. Представьте уникальный обычай для похорон. Наймана-кочевники, раскованная в знамени Наймана золотая маска принцессы в погребальной гробнице принцессы Чэнь династии Ляо еще более изыскана, чем золотая маска египетского фараона Тутанхамона. Экспертная оценка: она также покрыта лицом покойного, но золотая маска принцессы имеет сильную реалистичную форму, полутесненную форму, демонстрирующую лицо молодой женщины с богатым лицом и растянутым лицом. Рот и глаза имеют спокойную и спокойную атмосферу, полностью демонстрируя роскошный темперамент покойного Гопе. Сапоги забит и сформирован золотом. Ботинок состоит из двух частей, передняя часть немного больше, задняя часть немного меньше, а суставы с обеих сторон двухцепочечные с тонкой серебряной шелковой строчкой, передняя, верхняя и нижняя, овальная арта, керлинг. Один кусок ботинка и сварили на пятке. Нижняя часть ботинка, одна деталь, передняя широкая и узкая, а окружность складывается вверх, которая вогнута и подходит к верхней. Периметр украшен серебряной проволокой. С обеих сторон сапога выгравированы два летающих феникса, а крылья качаются вверх, длинные хвосты опущены, а окружающие украшены деформацией муара. На левой и правой сторонах ботинка выгравирован длиннохвостый феникс, а крылья летят вперед. Окружение украшено муаром и узорчатым золотом. Этот ботинок — это специальное устройство для похорон, но его форма и практические сапоги в жизни — то же самое, только материалы, используемые до и после смерти, различны. Положите его на ноги принцессы,